Повышение лидерского потенциала женщин. С такой целью комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики при Акиме области совместно с общественным фондом ЖАС Актобе-2022 проводит двухдневную информационно-учебную программу «Тамирис». Слушателями стали активные женщины из областного центра и районов, представители государственных и правоохранительных органов, а также неправительственных организаций. Девушки обучились навыкам ораторского искусства, свободного поведения в обществе и на публике и еще множеству техник, позволяющих свободно чувствовать и вести себя на людях. Сейчас нашим женщинам, нашему обществу очень нужна поддержка. А какая поддержка именно вот в плане обучения, в плане вот отдачи. Сейчас очень много таких марафонов и тренингов проходит. Вот, и я хожу и, честно, наполняюсь постоянно и благодарна за то, что вот такое происходит.